Всем привет, друзья, с вами снова Боку. Сегодня я хотел бы записать очередное развлекательное видео для вас, где я буду испытывать свою удачу. Я заранее извиняюсь за немного простывший голос, я надеюсь, он не предоставит кому-то дискомфорт. Как мы знаем, разрабы пригнали для нас новый патчик, который содержит в себе разные вкусности, это новую локацию, ивентовский босс, квесты какие-то новые. Но, друзья, лично меня заинтересовали новые коробки, которые называются «Коробка снежного фестиваля». Я считаю, что они очень даже ничего. Я здесь немножко прибарахлился, и сегодня вместе с вами их открою. Значит, какова цель? Основная цель – достичь максимальной выгоды, то есть это красные камни, белые камни, разумеется, сургучи, прочие няшности, пусть даже будут эти лоскутки, хотя они меня в принципе не интересуют, потому что я против нового костюма, мужского в частности. Я считаю, что он стрёмный, он вообще не в тему, он больше похож на какой-то гейский костюм. Но, друзья, я никому не навязываю свое мнение, у каждого свой вкус. Поэтому давайте приступим к основному делу и не будем томить. Итак, друзья, я наконец-таки завершил открытие коробок, заодно я все дело это почитал. В конечном итоге я вышел на сумму в 70 миллионов. Это сургучи, камни и лоскутки. Если все это дело продать, то получится цифра примерно 70 миллионов плюс-минус 2 миллиона. Значит, я считаю, что я остался в плюсе, даже хорошим. Заодно расходочка запасся, да, на несколько месяцев. Ну, может, меньше, неважно. В общем, друзья, я лично остался доволен. Я надеюсь, что это видео для вас будет полезным. Вы сделаете для себя какие-то выводы, стоит ли вам тратиться или не стоит. Как видите, с костюмом все печально, потому что из 316 коробок я достал всего 46 лоскутков. Но это, честно говоря, не очень. Лучше бы разрабы сделали костюм за донат, да, там за 1000 реалов, там за 1500. Это было бы намного лучше. Все, друзья, я желаю вам удачи, я поздравляю вас с наступающим праздником. Пусть, друзья, удача пребывает с вами как в игре, так и в жизни. Все, всем пока. Я также хотел бы воспользоваться случаем и попросить вас об одной вещи. В дальнейшем я планирую заснять видео, где я открываю множество карточных альбомов. Но поскольку у меня нет времени стоять в городе и кричать, что я скупаю карты на знаки, выбивать эти самые карты на своем волше я сейчас тоже не могу, потому что я на нем не играю. На сине я тоже мобов сейчас не пинаю. Я прошу вас, если вы выбили какую-то ненужную карту росинки или карту жабы, например, да, которая идет на знаки. Если вам не жалко, друзья, то продавайте ее мне. На знаки, по рыночной цене, я ни в коем случае не хочу на вас нажиться, то есть там чекается цена, это все просто в городе, да, там барыги часто кричат,
Обычно цена это где-то 46к. На Enigma сейчас это примерно 42к. Сейчас я найду. Вот, допустим, человек скупает, скупает карты на лом 1 к 42. В общем, друзья, чекайте цену. Если меня нету в игре по московскому времени вечером, меня, возможно, не будет. Я могу только быть по выходным в такое время. Значит, если меня вдруг нет в онлайне, вы можете присылать на почту с наложенным платежом, с выкупом. Я обязательно ее выкуплю сразу же, как зайду. Для тех, кто не знает, как это все делается, объясню сейчас наглядно. Вот вы, например, выбиваете карту. Только хлезнь это, конечно, карта не на слом. Она обычно продается так на рынке. Ну, допустим, это карта на слом. Подходите к НПЦ, который находится в столице. Вот здесь вот. Значит, смотрите, сколько она знаков стоит. 33 знака. 33 умножаете на 42, на 42 тысячи. Получается это примерно лям 380, допустим. И по этой цене продаете мне. Можете по почте, можете написать в чате. Ник мой пишется просто. Как видится, так и пишется. Бакуша. Нахожусь я на сервере Enigma. Я буду очень благодарен, друзья, вам. Я буду очень рад сделать для вас видео, где я открываю альбомы. Все. Всем спасибо.